Здравствуйте. Меня зовут Арсений. Мне 10 лет. Мне скоро будет 11, 6 августа. Я учусь в школе номер 3, спецшколы. Я перейду скоро в 5 класс. Мне понравился в этом учебном центре роботы, потому что я давно хотела собирать из Лего роботы. А я собрал в моей группе, это Артур, Арслан, Ишакжахан и я. Мы эти роботы создали. А из команд я собрали мы, по-моему, 3 робота. Этот, который ездит, который стреляет, и скорпион и стреляет, и ездит. Мне легко было делать с командой, делать роботов вместе. А два человека собирают, а два человека дают нам детали. Вот это было легко, а сложно было, как закреплять их, робота. Мне нравится тут учиться, потому что тут мои друзья, тут ходят друзья, мои одноклассники. Из другой школы, они тоже будут друзьями моими. Я спокойный и нервный. То, что моя команда один дает детали, другой закрепляет, он не так делает. Мне вот это мне не нравится. Моему ближнему Артуру соединяет, он не так делает. Я по инструкции смотрю и делаю, потому что я раньше собирал это Лего. Я иногда в интернете смотрю, как стать программистом, и этим немного слушаю, как другие становятся. И так хочу стать программистом и все знать про компьютеры и ноутбуки. Когда у меня есть свободное время, я иногда занимаюсь спортом и делаю домашние задания. Если я бы стал бы супергероем, я бы спасал людей от беды, помогал людям.